Ну, добрый вечер всем. Так, смотри, тебе нужно второй слот сейчас поставить. Так, тебе крутить. Сейчас я просто читаю вот это описание. Дальше экспериментальная карта может быть доступна через Кирмиши. Когда это настраивает при настройке карты. Слот 1 и слот 2 должны быть заняты игроками или дружеством моим, и должна быть команда 1. Так, ну у нас все верно. Так. Здесь должно быть поставлено кастомный Кейгаран Dispatch Fleet for Mission Conditions to trigger correctly. Player 3 slot 3 must be set to Team 3 and must use the Raider Incursion Fleet. Вот это я вот это не очень понял. Откуда взять вот эти вот. Raider Incursion Fleet. Так, я Да. микрофон, оказывается, не включил, но в любом случае вот он включен наконец-то. Ну ладно, Да. я Хейгару на всякий случай поставил. Ага. Им не знаю, что Ну, ставить. Raider Так. Incursion Fleet, наверное, то, что уже в самой, или может быть. Ну, вылетит и Ну, просто, вылетит, ну, поймем, что. в настройках сейчас этого нет. Как это ни странно. Так, ну ладно. Давай попробуем. Давай, что там? Так, вроде условия соблюдаем. Для корректного запуска. Понеслась я. Вылетело. Вылетело, да? Да. А, ладно, я тогда возвращаюсь тоже. У тебя осталось? Хочешь сказать, тебе грузится? Ну, я к тебе присоединялся, наверное, поэтому и... Да, ну, пользуюсь моментом. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас там. Наоборот. Level Mission, да. Search. Так, у нас тут карта Lost Recon. Мод добавляет экспериментальную коопную кампанию несколькими кастомными ассетами, сцентрированными вокруг истории потерянной разведывательной группы Самтау. 1,1 гигабайта и такой исход. Жаль, жаль. Было бы интересно, если бы оно сработало. Но ничего, еще не вечер, скажем так. Работы, скорее всего. Так, что у нас тут есть еще? Китайская карта. Да, со штормом. Грозовой шторм. Вот. Прямо какая-то апокалиптическая картинка. Вот. Дальше есть прототип туннель. Без ресурсов. Видимо, очень прототипный туннель. Вот. Будет очень клаустрофобичная карта, судя по всему. Way Station, ну, путевая станция. 3 на 3, ну, такая вот классическая, больше Ну, средняя, да, какая-то, я думаю. похоже на то, что показывали в этом, в начале Humble Mobile, типа станция Дозуми. Так, Desolation — это пустоши. Добавляет пустоши, кастомная 2 на 6 игроков, скирмишная карта среди драматического ландшафта дрифтующих разбитых астероидов. Сейчас один момент. И астероидный пояс, 2-3 игроковое, короче, поле Она астероида. маленькая, да. Да. И Достаточно маленькая. с чем-то каким-то астероидным белтом. Вот.
В принципе, все остальное, Карак из Бернинга, там какое-то месиво, и, судя по картинке, Ну да, там, и да, по это описанию чушь тоже. какая-то. Это не карта. Вот, Как типа, я, только он... просто на флянг, по сути. Да. Типа, только научился, давайте поиграем. Ну, вообще, на самом деле, я не знаю, для Homeworld ремастер это или Homeworld 2. Как там с картами обстояло дело, ты не помнишь? Как-то много выпускало Ну, кастомных. как тебе сказать, для КВ-2 было много кастомных достаточно карт, были прям паки, но КВ-2 было что очень удобно, то что карты у тебя автоматически скачивались, то есть тебе не обязательно было заранее там скачивать эту карту, они у тебя скачивались автоматически, потом уже, ну, после одной игры на ней они у тебя уже отображались. То есть до этого они у тебя там корректно название не отображалось, карты. Вот, то есть там какой-то дефолтный стоял, там типа Crimson Bond, или Sarum Deathclaws, что-нибудь такое, не суть. Вот. А уже при следующем запуске у тебя прям четко видно название карты. И если ты хочешь сам, ну, хостить с этой карты, ее нужно было там из одной папочки переложить там в папку Maps. И Окей. все. То есть она у тебя была уже в папке игры там, но как бы не доложена в папку Maps. То есть она у тебя не отображалась в игре. Ты Да. сам не мог ее постить, да, вот до таких там небольших манипуляций. Это во второй части. В первой не знаю, что там по кастомным картам, ничего не могу сказать. Вот. А в ремастере они просто запихали, ну, дефолтные карты первой части, дефолтные карты второй части. И все. Как бы. На этом все. В общем-то. Ну и плюс вот эти вот, да, вот были Ace и Robbie Maps, и их просто объединили в 2.3 тест. Вот эти вот все перетянутые там в основном с второй части карты, плюс там несколько вообще новых, чисто для ремастера. То есть по картам как-то так. Ну, Так, ну смотри, что мы попробуем начать. Но Desolation довольно большая карта. Вот. да, любую, на самом деле, Можно. все по всем бы хорошо пройтись там. Ну, давай вот этот шторм попробуем, Да. что ли. А, подожди. Пусть все будут кильгары. Пусть все будут. Так, вопрос, что по слотам. Ну, давай, на всякий случай, я первый, ты второй слот. Я лучше расставим слоты, чтобы не было путаницы. Так, ну все, давай попробуем. Шторм. Какой-то китайский. Насколько, да, на китайский шторм попробуем. Заглянуть в все книгары, чтобы было интересно. Попробуем. Я скримишу, по-моему, с того момента, как мы втроем играли, я больше не играл в скирмиш. Так что Надо. я больше в варгеймы. Интересно. Ох, ё-моё. Ох, какая большая карта. Ну, ладно, средняя. Так, Ну, а чё будет? выглядит эпично на первый взгляд. Мне нравится, что там Ну, где-то эти сполохи молнии. Помнишь, мы говорили о том, что в Homeworld Cataclysm какая-то такая херня была, и... было такое. Вот, и это было интересно смотреть. Ой, сверху какие-то корабли, вот как будто движение там. Да, снизу, да, проплывают. Да, Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну и сверху тоже, Прикольно. везде, короче, проплывает. Что Не, ну происходит? да. Да. И Вопрос, мы... как... И Так, мы как... тут бьемся. Да. Но мне такое ощущение, что чувак тупо напихал всего что-то. Можно тоже экспериментальная такая карта потестировать, что вообще этот редактор может сделать. Но уже выглядит офигеть, как интересно, да? Ну да, это тебе нет, не клаустрофобно. Ну, тут тоже немножко клаустрофобненько так, но в разумных пределах, я бы сказал. Ну да, ну как бы Все-таки ты можешь там и повыше взлететь над всем этим. Вот Ага. тебе пробки еще надо раскидать, поискать, значит, оппонентов. Так.
Так, что там у нас? Probe is away. Resource controller complete and ready for operation. Material site locked in. Collection. Group one assigned. Я так понимаю, ресурсов здесь, кроме старта, больше нет. Я не вижу. Так сказать, всего напихали, а... Ну вот да, в чем вот разница, допустим, с тем же ремастером, как бы, да, третьей части, все-таки там карту определяли вот эти вот астероиды, ну, короче, ресурсные точки, по сути, формировали карту. Да. А здесь как бы карту могут сформировать, ну, всякие, да, эти мегалиты. Разной степени полезности. Да. Resource controller complete and ready for operation. Да. Resource controller complete. Да, ну мы зашили, так надо ее, наверное, operations. Сделать бананом. А нет, ресурсы есть в самом начале, да. Resource controller complete and ready for operation. Ага, одного я нашел. Блин, ну... Вот здесь. А чё, пинговать нельзя на этой карте? Как-то варгеймовская фиш? А, можно, да. Вот где-то вот здесь. Вот это... я пинганул. Ага. Пинганул одного. Ну, здесь такой, блин, ну, мусор, честно говоря. Ну, то есть, карта, конечно, интересно выглядит, но, блин, мусорная. Ну, какая-то, да. Согласен, да, чё-то мы... Слишком много всякой херни, то есть. Так. Как же наша знаменитая эта же стратегия. Hostile Corvette on screen. Так, там что-то на тебя уже летит, кстати. Command channel open. Немножко. Sensor contact, Corvette. Check screens. Sensor contact, enemy Corvette. Hostile Corvette on the board. ID positive. Sensor alert, hostile Corvette. ID confirmed. Это где там hostile Corvette? А, это там? Hostile Corvette on screen. Потерянный. Не, ну конечно, красиво, красиво так. Да. Особенно когда вот это вот. Sensor contact. Вдалеке вот ну, это. Check screen. Хрень, а, все, я, отрывает солнышко. Я кажется, и второго нашел. А. Sensor contact. Enemy Corvette. А, ну, вот, все, hostile Corvette on the board. Ресурсы, ID positive. Sensor alert. Hostile Corvette. Ну слушай, да, вот нашел второго. На этой карте можно вполне спокойно уйти в капшипы. Во что? Без особых проблем. Ну, капшипы, ну, есть роботы. Sensor contact, Corvette. Check screens. Sensor contact, enemy Corvette. Так, ладно, я, наверное, пойду на дальнего. Да, да. Реконы на меня бегут, а? Group 2 designated. Sensor alert. Hostile Corvette. ID confirmed. Ты знаешь, не ресурс, наверное, хватит. У меня есть смутное ощущение, что придется немножко отбиваться. А, не, вот еще есть ресурсы. Enemy strike craft ID'd. Я нашел. Check sensors for position. Короче, к центру карты подвигайся потихоньку. Да-да. Так сказать. Enemy strike craft я думал, только старт, но не, есть adjust. Еще. Sensor contact, Corvette. Все check screens. Grouped. Sensor contact, enemy Corvette.
Hosta upgrade complete. Setting for SO. Sensor alert. Hostile Corvette. ID confirmed. Hostile Corvette on screen. Sensor contact. Corvette. Check screens. Sensor contact. Enemy Corvette. Group 2 reinforced. Hostile Corvette on the board. ID positive. Sensor alert. Hostile Corvette. ID confirmed. Не, ну прикольно. С пролетающими кораблями прикольно эти. Визуально приятно выглядит. Upgrade complete. Mothership taking fire. Блин, откуда они приходят? А вот я один подсветил Mothership, ко второму я лечу. Не, я к тому, что корабли просто выходят из... Знаешь, из... Ну, может, какие-то есть, знаешь, там, условно спрятанные какие-то там гиперворота. Как в катаклизме были эти, как назывались. Mothership under attack. Command channel open. Mothership taking damage. Attacking strike craft. Targeting strike craft. Я ж опять забыл, что надо память тут. Mothership under fire. Да, спам-то... Спам всему голова. Launching. Enemy ship destroyed. Got it. Attacking strike craft. Engaging strike craft. Вот, тебе еще идет толпа, ты, я думаю, видишь? Да, идет, идет. Я просто специально поставил вот такие точки, где будут только пролетать, скорее всего. The mothership is taking fire. Group 3 assigned. Group 4 designated. Caution, resource controller taking damage. Кто там меня коцает, а? Никто? Ну все, ресурсеры пошли. Патчи. Не, патчи несколько ресурсных. Хорошо, ладно. Все равно как будто их маловато, кажется. Так, что-то у тебя торпедник, что ли? Все-то немножко. We copy. Tracking clean over here. Watch the cross. Ready. Group research complete. Enemy ship destroyed. Good copy. Confirm inbound. Mothership. Слушай, они тоже на тебя идут. Не поверишь. Которому я сейчас лечу, компу, он тоже что-то на тебя начинает идти. Окей. Пускай попробует. Ну, я попробую сейчас Mothership просто зарашить, и все. И один отвалится сразу. Да, тут уже есть несколько этих бригад подавления. Так, что, Бестер... Блин, Бестер еще не следовал сажать. Ладно, пока 4 сапот фрегата не хватит. А не, все, перебайтился на меня, ладно. Окей. Так, 3, 4. Group 4 needs support. Strike
Go for bomb. Group 3 reinforced. Assault frigate ready for action. Critical damage to Corvette. Group 4 suffering heavy losses. Bring us around. Free fire. Research complete. Channel open. Да, корвет, конечно, дебильный, просто пипец. Assault frigate ready for action. Systems go. Tracking strike craft on approach. Meet them head on. Contact. Target zero. Watch the support fire. Threat detected. Alert, resource controller integrity at 50% and falling. Warning, resource controller nearing critical. Hull integrity at 20. Так. Assault frigate ready for action. Кто там? Офигеть. Что такое? Пока я там. They're taking losses. Resource controller destroyed. Обошли, сволочи. Caution, resource controller hull integrity at 75%. Resource controller complete and ready for operation. Group 2 taking losses. Caution, resource controller is under fire. Ready to go. Все, минус один. Я вас категорически поздравляю. Сейчас тебе истребители пока пришлют. Но удивление даже ни одного не потерял. Есть не... Да, я что-то лоханулся по-страшно. Приоритет. Нет. Group 2 lost. Жаль. Group 3 needs support. Group 3 lost. Короче, я все Railgun корветы потерял, но они, по сути, убили вражескую мамку. Вот большую часть ХП. Прямо ее нормально пронесли вообще. Ага. Эх. Пойду подсвечу еще. Assault frigate ready for action. Send message. Critical damage to assault frigate. Что вы делаете, блин, дураки? Interceptor production complete. Assault frigate ready for action. Ладно, что-то я давно не играл. Как-то стало поумнее немножечко. Ну, отходи. Если что, можешь ко мне отходить. Прям уже лечу потихонечку. Research complete. Критическую массу набираю, так сказать. Group 1 reinforced. Group 2 assigned. Group 3 reinforced. Крузер расследуется. Блин, пипец. И ресурсы не заканчиваются. Я вот, вот с этого хуею, конечно, вообще. Второй части тебя сразу, блядь, покажет играть. Так не сможешь там. Вот два припадок спамить и чтоб тебе ничего за это не было. Да-да. А тут вообще на полке. Assault frigate ready for action. Group 1 reinforced. Victory not target. Блин, что происходит? Group 3 is in trouble. Hold up.
Watch Group 2, they're taking losses. Receive. Fleet Corvette has suspicion. Group 4 is suffering heavy losses. Assault frigate ready for action. Группа не обозначается, блин. Чё-то я как-то пока еще... Сыроват еще помолвался, блин. Сыроват. Group 3. Railgun Corvette production complete. Что выпустили, мо? Assault frigate ready for action. Assault frigate reporting critical damage. Блин, приходите через год. Да. Group 1 suffering losses. Research complete. Ну не через год, но осенью, наверное. Будет решающий момент. Group 2 taking losses. Так, ладно, вот сотку делать больше не буду. И, наверное, фурганов тоже. Assault frigate ready for action. Priority alert. Strike craft suffering heavy losses. Можно было убить. Caution. Resource controller has been engaged. Assault frigate ready for action. Attention. А, там цельный карьер идет. Да. Карьеру идет строить. Да. Assault frigate ready for action. Enemy frigate down. Production complete. Torpedo frigate deploying. Я подсветил вражеский бананчик. Understand clear. Fleet. Support frigate is now ready. Fleet, assault frigate is going critical. Assault frigate ready for action. Research complete. Ну, кстати, я хочу похвалить. Ресурсеры стали сейчас сами искать ресурсы ближайшие. То есть они одну нычку выкачали, и они сами пошли автоматом на другую. Это, кстати, да. Это, вот это респект, кстати, да. Это, наверное, вот этот глобальный патч, вот эту тему, наверное, исправил. Потому что раньше они этого не делали никогда. Group 2 reinforced. Fleet Corvette reporting critical damage. Target eliminated. Frigate down. Support frigate is now ready. Да, это... Perfect shot. Confirmed fire. Bomber production complete. Support фрегатики идут. Ready to copy. Идут к моему астероиду. Assault frigate ready for action. Сейчас мы прогоним. Carrier contact. Он не шкали, ага, сейчас мы его тоже встретим. Enemy frigate destroyed. Say again, frigate destroyed. Round one, enemy frigate. Send transmission. Contact. Enemy frigate closing in. Confirm. Clear copy. Tracking target. Upgrade complete. Assault frigate ready for action. Enemy frigate engaging. А, чё ещё происходит? Support frigate is now ready. Мне кажется, тебе надо отступать по камням. Да блин, тут какое-то мясо, честно говоря. Немножко. Тебе уже надо отступать. Да, это я понял, да. Group 1 is in trouble. Sensor alert. Hostile frigate. ID confirmed. Hostile frigate on screen. Stand by engagement orders. Production complete. Torpedo frigate deploying. Сейчас второй убью сразу и уже помогу со всем остальным. Group 1. Support frigate is now ready. Receiving. Sensor contact. Enemy frigate. Check screens. Ай, какое-то мясо, мясо, мясо. Alert. Strike craft taking losses. Что происходит? А, говорят, DLCS нужно отключить, чтобы такая-такая светящаяся херня не была. Знаешь, как пузырьками при биме.
Не знаю, мне вроде обычно что такое. Да? О, у меня уже батл есть. Давай. Покажи. ID positive. Чего Support frigate научим, sensor contact, enemy frigate. Local operators to exercise caution. Sensor alert. Hostile frigate. ID confirmed. Hostile frigate on screen. Stand production complete. Torpedo frigate deploying. Within ASD. Firing. Channel open. Sensor contact. Enemy frigate. Check screens. Receiving. Group 3 designated. Hostile frigate on the board. ID positive. Target deflection track. Ready? Send. Sensor contact, enemy frigate. Local operators to exercise caution. Production complete. Torpedo group 4 designated. Sensor alert. Hostile frigate. ID confirmed. Receiving. Hostile frigate on screen. Stand by engagement orders. Research complete. Group 6 assigned. Receiving. Production complete. Torpedo frigate deploying. Ну, вроде почистились. Живем, двигаемся. Сейчас решил на мои ресурсные точки пойти. Дай-ка я. Все равно не доползут, я чувствую. Group production complete. Torpedo frigate deploying. Understood. Relax. Moving. Ой, там ползут на мою личку. Ах, суки. Hostile Corvette on the board. ID group 3 reinforced. Go for assault. Corvette marked. Gunnery. Big ring. Сколько тут можно фрегата построить? 25 штук? Сенсор алерт, хостайл корвет. Помоги было, ну это во втором было 20, по-моему, 21. 21, да. Hostile corvette on screen. Ну, там фрегаты были немножко другие, я бы сказал. Corvette. Check screens. Sensor contact. Enemy corvette. Построился. Hostile corvette on the board. ID positive. Держитесь. Frigate is on location. Sensor alert. Hostile corvette. ID confirmed. Set transmission. Что происходит, непонятно, но очень интересно. Что-то происходит. Да-да-да. Hostile Corvette on screen. Так. Что у меня все застряло? Потому что я ничего не строю. А-а, я молодец. Я нас поздравляю, у нас кончились ресурсы. Да. Значит, пришло время воровать фрегат. Воу-воу-воу. А что, Абестер можно своровать? Можно? Да. Не, нельзя. Почему-то. А что ты не наводишь-то? Sensor contact. Enemy corvette. А, мне надо из... А, мне надо апгрейд изучить. Давай. Без проблем. Ready to copy.
Hostile Corvette on the board. ID positive. На платформе они хорошо отпытаются. Sensor alert. Hostile Corvette. ID confirmed. Ой, там иоников дохренища. Hostile Corvette on screen. По правую сторону. Sensor contact. Corvette. Check screens. Сейчас расползаем. Sensor contact. Enemy Corvette. Channel open. Там, Баку, давайте без формации. Формации. Локсы ведете. Hostile Corvette on the board. ID positive. Sensor alert. Hostile Corvette. ID confirmed. Hostile Corvette on screen. Sensor contact. Corvette. Check screens. Caution. Resource controller is under fire. А, что это было? Сзади какой-то подошел? Забавно. Неужто и научился хитрить? И жопничать. О, банан. Банан лопнул, бывает. Думаю, что все исчезло. Мы ботвы, по-моему, даже не выстрелили его. Что я построил три штуки, они даже не долетели. Что, они долетели, но, по-моему, они даже не стреляли. Ну, все, бэ-бэ. Бэ-бэ. Ну что, визуально интересная карта, мне понравилась. Ну, как, не, карта прикольная, но она прям 2 на 2, и по позициям мы, видимо, неправильно. Надо, наверное, 1, 3, 2 и 4, здесь, скорее всего, позиция, чтобы, ну, чтобы было 2 игрока на одной стороне, 2 на другой. Mm-hmm. А то получилось просто параллельно, что как бы там по соседству от тебя бот и напротив тебя. И у меня как бы аналогично. То есть у нас такая стенка мегалита огораживать. Ага. Uh-huh. Не, я про то, что карта визуально интересная, как бы создает какой-то реальный интерес, что происходит. То есть это одновременно и открытый космос, и тем не менее вот эти вот мегалиты действительно создают какой-то такой стратегический момент. Например, у меня под конец полетели мои торпедники, и вдруг из маминой спальни, там, не знаю, из-за мегалита внезапно выскочил этот... Дестройер. Я такой, опаньки, ни хрена себе. Инвиза нет, а оно взяло и выскочило. Вот. Ну, то есть, какое-то, знаешь, тактическое решение, может быть, для этого всего. Другое дело, что тут, конечно, все сильно замусорили. Вот этими всеми окружающими вещами. То есть, и корабли эти снующиеся, оно, конечно, здорово, создает жизнь. Но... Не на боевой карте, скажем так. Ну да, и здесь как бы тоже вроде бы прикольно в плане того, что объекты, но как-то это тоже все, не знаю. Угу. Опять какую-то клаустрофобность создает, не такую, конечно, жесткую. То есть как бы, знаешь, как будто это, ну, в одной этой карте, как бы, знаешь, ну, карт, не знаю, 5 варгеймовских таких. Угу. В одной карте, знаешь, там несколько варгеймовских карт одновременно, короче. Вот тут тех... с одной стороны. Да. То есть, да, с одной стороны, тут прикольно, можно, да, тут какие-то, да, эти пытаться там использовать эти, ну, так сказать, вот эти стенки, так называемые, там за ними прятаться от выстрелов, на них там крепить эти турельки. Mm-hmm. То есть там прятать мазершип там суперскоростной. Как бы, но. Но в любом случае, по сути, они немножко захламляют. Я бы предпочел все-таки более открытую карту, конечно. Да. Есть, ну, такая, как на четверочку, из-за того, что визуально приятная, и вот корабли летают сверху, снизу. Да. Визуально приятная. Там. Но я бы сказал, что это выглядит, по-моему, на мой взгляд, это лучше, чем то, что выкатили вот этот стерильный Карос, кладбище Кароса, который выкатили в последнем патче сами BVI-евцы. Uh-huh. То есть там просто большая карта там с парочкой этих кусков непонятных летающих, ничего кроме большого поля с ресурсами там ничего нет, а тут по крайней мере вот что-то интересненькое, да. Но опять же, я вот снова столкнулся с этой системой Homeworld 3, о том, что там и иконки не
не отображаются, когда, ну, внезапно потерялись иконки, когда ты пытаешься выделить несколько кораблей на атаку, вот должна иконочка типа появляться или не должна, я уже не знаю. Ну как бы раньше во всех умолдах появлялась, и вообще в стратегиях это нормальная тактика. А тут это взяло и исчезло такая. Вот, опять оно исчезло, там вот это вот выделение, ну то есть как бы группная, ну там цифры на группах тоже не показываются, это какое-то мясо, месиво получается из кораблей, и что происходит, кто кого бьет. У меня какой-то шок был, особенно у меня до сих пор шок от этих корветов, которые просто стоят и вместо турелей работают. То есть Дефендеры, да. дефендеры, но в худшую сторону от дефендеров. Те хотя бы там маневрировали там как-то там, и не знаю, от платформ по молде втором можно было ожидать, что ты их отправил, как бы это дополнительная сила, которую можно было использовать. А тут корветы, как бы, она должна быть основной силой. А тут они ведут себя просто безобразно никак. Да. Вот об этом, наверное, можно было поговорить, о том, вот как ты бы видел балансные изменения. То есть, что бы ты поменял в системе Homeworld 3, чтобы оно выглядело как что-то более интересное поиграть. Ну, не знаю, сейчас не готов на эту тему разговаривать, если честно, пока не знаю. Очень много чего надо менять по-хорошему. То есть, ну, сейчас кирмич, ну, окей, сейчас сделают вот карту. Сейчас есть 6 карт, потом там, не знаю, к сентябрю их будет там, ну, штук 30. Вот, я уже слышал, там один чувак ну, с специального Дискорда ТВ, он уже портит Сарунда с Клаус ТВ3, он уже делает. Вот карту с ТВ2 стандартную, на шестерых. Классическую, да? Да. То есть он там уже даже несколько скринов есть, потом может найду скину. Вот. То есть он ее уже как бы он готовится портировать сюда. Уже можно будет. То есть, о чем я и раньше говорил, то, что было бы круто, если они, ну, додумаются, если уж не сами разработчики, то те, кто будет заниматься картами, мододелы, додумаются со второй части, да, с первой, возможно, там частично портировать карты. И карты, ну, там даже, может, чутка изменять, там, ну, в угоду, так сказать, текущего геймдизайна. Но по факту, да, переносить, и было бы прикольно, конечно, Я на самом так деле видел сказать. там, что пытается уже даже катаклизмовскую. Ну там сейчас эти, там где Homeworld Universe, так сказать, домашний Discord этих модеров, они в том числе разрабатывают и Homeworld Remastered Cataclysm. Ну то есть он под HVRM, но тем не менее там большая тусовка людей, которые хотят развивать Homeworld 3, вот. И поэтому они даже в чем-то критичны к людям, которые начинают хейтить HV3. Вот там, в связи с этим последний скандал, с этим Homeworld Universe, где там Левиафан Враса выгнали наконец, то есть не наконец, а для них наконец, Конец. для нас непонятно, что вообще происходит, что там за Игры Престолов такие. Вот, на ровном месте. Ну и, собственно, я видел, что Молман, который вот как раз-таки создал эту карту, которая у нас не сработала, про вот этот вот коопную Конечно. кампанию, вот, Да. он пытался что-то делать с катаклизмовским фоном, то есть с фоном одной карты из катаклизма. То есть явно что-то там будут продолжать делать. Ну и то, что я уже, наверное, упоминал об этом, то, что FX мод полностью переходит на базу Homeworld 3, это будет, с учетом того, что они там наделали со своим FX на ремастере и на втором Homeworld, ну это может говорить о том, что они там перелопатят знатненько. Ну, Вот. я думаю, это скоро не ждать явно.
Ну, где-то в первой половине 25-го года, скорее. Ну, да, это Там они... довольно оптимистично, кстати, да, там. Не, ну, кстати, я уже смотрю, что там ребята реально начинают просто херачить дополнительные расы просто по-страшному. То есть там и вот туранниковских рейдеров уже бахнули в Homeworld 3, они летают и все там. Разве что по мелочи какие-то графические артефакты недоделаны. Вот, и тот же ХВМ, корабли периодически постят скриншоты во всем этом. То есть там работа такая пошла знатная. То есть это, скорее всего, Unreal 4 все-таки добротная почва для изменений. И то, что... И BBI, то, что они выпустили просто весь этот движок Homeworld 3, ну, просто все исходники бахнули туда. Ну, не исходники, но вот, ну, ты понял, как бы, всю базу. Вот, это, видимо, из разряда того, что вот, ребята, мы не вывезли... Это такое неофициальное обращение к фанатам. Типа, ребята, мы не вывезли, давайте вы. Ну давай. Мягко говоря, да, не вывезли. Но смотри, по вариантам есть что? Есть вот этот туннель, есть вот это PlayStation. Так. Что еще? Ну, Desolation можно поиграть. Это, ну, все эти три большие карты. Ну, вот из маленьких то, что мы не пробовали, это поле астероидов. Ну, то она на троих просто. Единственный минус. То есть там придется 2 на 1 играть. Скорее всего, поэтому не очень Да давай это какой-нибудь вариант. следующий, чтобы Ну, просто. давай вот этот вот туннель без ресурсов. Я уже тут поставил максимальный начальный плюс максимальный этот injection. Чтобы было. Так, давай сейчас 4 добавляем. Так, одного за нас получается. Так, ну, пускай тоже будет инкарнатом. Этим всем четвертая команда. Там 4. Да, я, конечно, давно не играл уже, но, блин, вот сейчас я вот это почувствовал, что ты просто херачишь эти ресурсы, как бы, и такой нон-стоп поток идет. Там, в Homeworld 2, из-за того, что у тебя были вот эти вот паузы между тем, как у тебя ресурсы протекают, у тебя была возможность подумать о том, что ты вообще делаешь. Ну да. Но... Соглашусь. Но там не то, что подумать, а там нужно было именно менеджить вот это все. То есть, а здесь ты менеджишь, ну, буквально первые минуты две, Да, пока там все. строишь там файтеров. Что Ох, это? ё-моё. Ох, ё-моё, и не говори. Ладно. О, прикольно. Это даже прикольно. А, ну вот, край карты. Слушай, ну это даже эпичненько выглядит, да? А ресурсы какие-то есть. Ну, там копейки, но неважно. У нас сейчас ресурсеры это чисто ремонтники, по сути. На этой карте можно считать. Node 1 specified. Observe new course. Resource controller ready for operation. Controller, move into escort. В сенсорном экране эта труба выглядит прикольно. Resource controller ready for Да. operation. Какая-то центрифуга какая-то, ну. Ну, для экспериментальной карты выглядит все весьма стильно. Не, прикольная, да. То есть, да, тоже вроде Resource клаустрофобия, все controller дела, ready for но она, operation. ну, видно, что она, да, она не супер компактная. То есть, здесь есть Node 1 расстояние. augmented. Да, тут Какие-то. еще доберись до края стенки. No. А, слушай, тут вне этой стенки, Resource походу, ничего controller нету. ready for operation. А, то есть пытаюсь подняться, но только в сенсорный экран как упираюсь. Так, да, что-то я опять заговорился. Resource controller Надо же ready for operation. херачить.
Ну, ты накликай и говори. И Да. все. Ну да. Через shift накликал и говори. И все хорошо. Controller, move into escort position. Resource controller, ready for operation. Board 5, heading set. Тут бы еще, знаешь, посередине какую-нибудь мега-хрень поставить, типа вот Да. как, чтобы как будто у тебя вот это вот приз зашел. Зачем ты вообще залез в эту трубу? Соглашусь, да. Можно было бы такое сделать. Ну так, как бы немножко нарративного дизайна. Research concluded. Издалека такие пробки просто летят напротив ветра. Support is underway. Воу-воу-воу, они просто. Так, окей. Идем дальше. Assault corvette assembly complete. Вот, не знаю, мне кажется, не хватает скирмишу режима Carry Ronde. Потому что, наверное, это было бы гораздо логичнее для таких вот масштабов, как бы и для всего, ну, общего, так сказать. Не, ну в целом соглашусь, да. Они все равно, так как бы как ни крути, все равно понятно, что они все делали под враги. То есть. Assault Corvette ready. Ну, на этой карте, да. Конкретно. Здесь интриги нет. Assault Corvette assembly complete. Нет, я имею в виду, что сам Хумул 3 делался под Wargame, и там All какие-то. boards, strike craft detected. Возможно, там когда-то были планы Assault на Corvette нормальную ready. кампанию, но где-то она похерилась. Research concluded. Последние пару лет. И все уперлось в Carrier Assault Corvette assembly и complete. Wargame. То тоже так. Не, вообще было бы прикольно, если бы компанию сделали чисто на авианосце. То есть не было бы вот этого там, Assault Corvette всеми ready. любимого бананчика, Board как бы, 5, adjust melee. называемого. Board 1 Да, escort. согласен. Это было бы. Поломали бы канон, Alert. как бы, и Enemy сделали strike бы craft detected. реально. Assault Corvette assembly complete. Так. Enemy fighters Как detected. вариант. Ой, внизу смотри, как Но... прикольно. Control update. Enemy strike craft sighted. Миграция. Assault Corvette ready. Move to location. Мы в Control одну update. сторону, Enemy мы в strike другую craft sighted. сторону. Нормально. А, ну то Так. есть они снизу, типа мы сверху, а они Assault снизу. Corvette Интересно. assembly complete. Да. Enemy fighters detected. Alert. Enemy strike craft detected. Идти обратно. Нихер туда. Node 1 augmented. Assault Corvette ready. All boards, strike craft detected. Control update. Enemy strike craft sighted. Assault Если что, у Corvette assembly истребителей есть complete. апгрейды на броню. Да, но я Вот, пока. Enemy Оп-оп-оп, fighters это detected. кнопочка это StrikeCraft, All там boards, три strike тира craft брони detected. у них, ну, ХП. Alert. Да. Enemy strike craft detected. Но я пока стремительным Control курсом update. Enemy strike craft sighted. несусь, так сказать. Target set. Production Ой, блин, report. тут миллион. Attack frigate ready. Это есть. Миллион ресурсов.
Ну, я на старте поставил, да, там где еще ресурсов нет. Alert. Enemy strike craft detected. Enemy fighters detected. Нас об этом вежливо предупредили. All boards. Strike craft detected. Control update. Enemy strike craft sighted. Assault corvette ready. All boards. Ну и каждую минуту по 10 тысяч капы, по тысяче. Ну понятно, тогда нахер вообще добывать что-то. Не надо ничего добывать, да, на этой карте. Alert. Enemy strike craft detected. Это лишняя опция. Assault corvette ready. А вот, я вышел за пределы, но тут. Enemy fighters detected. Control update. За пределами трубы тоже маленькое пространство оставили. Alert. Enemy strike craft detected. Enemy fighters detected. Directive set. All boards. Strike craft detected. Control update. Enemy strike craft sighted. Что-то непонятно вообще реально. Escort assignment set. Alert. Enemy strike craft detected. Ну да, еще вроде летишь, летишь, а что-то как... Ну такая карта, стенка на стенку, короче, если коротко. Не, ну можно что-то маневрировать, но да. Ну по сути, стенка на стенку. Я думаю, компьютер здесь охреневает, что вообще происходит. Да тут и я на самом деле немножко охреневаю, если честно. Node 1, augmented. Target strike craft. Update. Control update. Enemy strike craft sighted. Enemy fighters detected. Ты просто вот пробок-то по сути нет. Strike craft detected. Как бы с разведкой большие проблемы. Да, но это, конечно, странная хрень. Да, из разведки только невидимые ассолт корветы. Все. Вот и вся разведка. Не знаю, по-моему. Да, с точки зрения логики, это вообще самая непонятная штука. То есть, ладно, там у вас там скауты, допустим, не сильно. Там... Ну блин, ну пробки как-то. Enemy production report. Strike craft have engaged. Board one. Alert. Enemy strike craft detected. Caution. Enemy strike craft engaging board one. Я вроде лечу, и они. Я даже ни с кем столкнуться не могу. Я пробки только одни вижу, и все. Больше ничего. Control update. Enemy strike craft sighted. То есть непонятно, где компон. В начале туннеля, что ли? Ну давай по нашему посмотрим. Нет, вроде наш летит. Немножко летел. Сейчас стоит. Смарт миссайл. Вот бах есть, да. Вот смарт миссайл, короче, строит, и они у него АФК тут постоят. И не воюют, ничего. Смотри, это только ты тут по-жесткому воюешь. Ты там не помочь, но я думаю. Что-то происходит такое, просто внизу. Какое-то мясо прибежало, чего еще происходит? Enemy fighters attacking. Assault alert. Strike craft have engaged. Enemy corvette. Board one alert. Enemy corvette. Enemy strike alert. Frigate is be- command update. Enemy corvette attacking. Control update. Control. Note 2. Caution. Heavy losses. Attack designation. Enemy corvette. Board 2. Defending. Research concluded. Enemy corvette has я даже не вижу, где противник, блин. Это так странно вообще. Production report. Attack frigate ready. Okay, сборщиком что-то прилетели. Enemy corvette sighted. Caution. Strike craft have intercepted. Hostile strike craft engaging board 1. Enemy strike craft have engaged. Frigate under fire. Enemy fighters detected. Enemy fighters attacking. Alert. Enemy strike craft detected. Меня тут прям чуть подлагивает начало. All boards. Strike craft detected. Меня тоже что-то сейчас 25-20 FPS. Control update. Да там внизу такое какое-то открытое мясо. Че вообще такое?
Ну, ты вроде побеждаешь. Я смотрю, так более... Да, я не понимаю, побеждаю, не побеждаю. Тебе и бот помогает, наш союзник. Я толком, наверное, выделить свои корабли не могу. All boards. Strike craft detected. Ага. Alert. Enemy strike craft detected. Окей. Control update. Enemy strike craft sighted. А как выделить все корабли? F3? Что-то Shift F3? Не F3. Сейчас скажу. Я же забыл капслог. Нет, не капслог, блин. Понаменяли. Зачем? Так. Production report. Attack frigate ready. Так, все военные это control капслог. Production report. Destroyer operational. Ух. А, да, у меня просто тактическая группа исчезла. Да, просто валите всех, там на том свете разберемся. Production report. Attack frigate ready. Просто такое светоносное мясо. Просто прилетели, начали расстреливать. Node 4, augmented. Ну как-то да, бестолково немножко. И, конечно, бестолково по-страшному. Прямо жалко. Ну, в смысле, компьютер жалко. Понятно. Course measured. Move to position. Position marked. Production report. Destroyer operational. Так, где нам наши... Блин. А вот если у Хигарян эти ресурс-контроллеры... Блин, надо тоже как у них выбирать эти ресурс-контроллеры. Ладно. Board 1 to escort configuration. Board 2 will provide support. Node 4, augmented. Escort required. Board 2 will assist. Так, мне многого не надо, мне надо мазошипно полопнуть. Node 9, assigned. Это прям как Эндер. Research concluded. Бахнем эту... Как там я... Родину пришельцев, и война выиграна. Да-да-да. Типа того. Типа того, ну. Да. Ну, авианосец еще можно снести, чтобы поменьше всякого мяса плодилось. Угу. Слушай, апгрейды да. У них тоже одновременные, да? Да-да-да. Desert of Karak передает привет пламени. Понятно. Так, ну где мазошип-то? Я уже устал его ждать. И искать. Upgrade concluded. Так, ребята, вы не да хотите вон там, вдалеке, пострелять? Нет. Upgrade concluded. Да, но я смотрю, что как у Фомула 3, как только карты становятся действительно чем-то масштабными и такими интересными в плане вот какой-то реальной масштабной мегалитности, она сразу же сталкивается с тем, что все тут медленное, что пипец. Да, да. Что как бы столкновения быстрые, а логистика медленная просто. Нужно как-то уравнять, чтобы и логистика чуть побыстрее,
А столкновение чуть помедленнее. Чтобы было понятнее, что происходит. Я просто вижу, снизу дестры на меня ползут, и все. Не знаю. А, у меня там что-то добывается еще, офигеть. Command update. Таким шариком ползу, и тут ресурс контроллер вражеский. Я такой, о-оу. Так, а нет, блин, уже у врага батл есть, у меня тоже. А, все, вижу. Все, вижу мазершип, не вижу препятствия. Отличный план. Не, ну конечно, то, что не придумали вот этот, что батл крузера Fire Control, который превращает его из боевого корабля. Да, в... да там... я, да я сегодня наш этот подкаст переслушивал, да, я как вот это вот, да, свой комментарий на эту тему. Ну это чушь, конечно, да, совсем. Upgrade concluded. Так, пацаны, игнорим все. Едим банан, все. Едим банан. Хорошо. Ничего сказано. Больше делать не, ничего делать больше не надо. Caution, resource controller has been engaged. Че там ты уже? Пошел есть банан? Да, вижу. Я сейчас мне батл, правда, съедят, походу. Сразу. Research concluded. Ну что, ну мы потерпим. Попробуем. Мне вроде ресурсеры чинят. Титан. Пока терпим. Ну, давай, блин, 40% уже слопали, ну. Ну бей его. Это прям какой-то, блин, на таких картах тестируется, насколько хорошо проработан искусственный интеллект. Я просто тупые. Пипец. Плыву в одну сторону, а мимо меня эти все. Ресурс-контроллеры по низу так. Зачем? У них же денег должно быть полное. О, батлкрузер, откуда ты вылазишь, кстати? Покажите. Да, там снизу, ангар. А, вот батлкрузер вылазит, а ресурс-контроллер нет? Или уже вылазит? О, дестройеры. Frigate marked. Control. Note 7. Assigned. Слушай, что-то банан прям не хочет. Не хочет? Упрямый, да? Чтобы его съели, да. Сопротивляется. Capital ship set for прям escort. Так. Сильно сопротивляется. Assigned. Take escort role. Батл, не отвлекайся, бей мазершип, но хватит отвлекаться, забей, это все не важно. Это все сейчас исчезнет, главное есть банан. И будет вкусно, и все. Ну, я тебе даже помочь ничем не могу, я до тебя медленно ползу. Я понимаю. Короче, пока. У меня пока контроллеры живы и чинят мазершип, все хорошо. Если коротко. Ага. Вот если что-то поменяется в этой концепции, тогда будет грустно. Так? Пока все хорошо.
Стреляй ты по мазершипу, ну ё-моё, ну хорош. Купить. Да, торпеду запустил, ага. Не, ну торпеда, кстати, нормально сносит корпус. Че торпеда? Директив сет. Это вот там веселуха у тебя, да? Вообще, да, Михаил Иванович. Не хочет умирать, да? Не хочет. У меня есть, конечно, одна идея. Если воруются дестройеры корветами, можно попробовать присваивать. С другой стороны, зачем? И кто мне это даст вообще сделать? Ну. Ладно, мазершип там на кропалях, у него там 1% остался, полтора процента. Сейчас его, считай, наверное, добьют скоро. Нечаянно так. А, там еще два. А, один уже нету. Развалили. Так, а чё это сейчас? Сейчас умер. Мазершип выхнул? Умер мазершип. Я чё-то не понял, да. А там еще один. Да. Не умер. Он просто исчез из поля зрения. Вот это, кстати, очень странно. В первом Homeworld четко было понятно, где есть большие корабли, где есть малые корабли. Там не надо было вот этой всей херней страдать. Как в катаклизме, допустим, они сделали в ограничении сенсоров. Ну, мол, знаешь, малый корабль, не мазершип, как бы простой трудовой рудокопатель, глиномес. Вот. И это было понятно. А то, что в Homeworld 2 решили сделать эту классическую сферу, ну, ладно, там еще тоже вот здесь. Но здесь-то по вот этим вот... Ты же видишь вокруг все эти мегалиты? Причем на очень далеко. И это, знаешь, настолько сбивает тебя. Ну, меня, по крайней мере. Хочется, чтобы реально у кораблей была нормальная сфера. То есть... Сфера видения, то есть. Ну да. Чтобы, по крайней мере, крупные корабли, они были гораздо дальше бы себя обозначались. Capital ship has been designated. Target enemy strike craft. Execute immediately. Ой, блин, зачем? Что такое, тебя убивает? Да, не, я, короче, на батле, блин, прожал башню контроля огня. Я думал, я Дестер выбрал, чтобы бахнуть. А я башню контроля огня прожал вместо этого. Не, ну ладно, попробуем это обратить в плюс. Ну ладно, я каким-то тут спамом вроде отвлекаю что-то основные силы немножко. Короче, первый банан не съел, но вижу второй. Сейчас попробуем второй съесть. Может, из этого что-то получится. Угу. Любитель бананов. Да вообще. А тут еще один банан. Их три, да, суммарно. Мы же 3-3 играем. Точно. Высунь ты пушки, ну что ты? Ну давай. Ну куда ты ионкой стреляешь? Ну не нужно в истребителя стрелять. Стреляй мазершип. Господи, не, АИ это пиздец, конечно. АИ капшипов это... Нет слов просто. Цензурно. А сколько у тебя башни контроля? А, она у тебя перманентная, то есть ее можно включить и выключить еще. Вот это я не знал, кстати. Это про что? Нахрен, на...
способностью батла становиться о башне контроля огня. Так, а вот и третий, кстати. Enemy strike craft have cloak. Production report. Attack frigate ready. Нет. Блин, не поверишь, второй мазашип тоже на краполях, но он живой, блин. Но я вижу третий. Где-то это уже было. Ну не теряй ты цель. Надо. Enemy corvette attacking board 2. Все. Ну это как у торпедника, короче, третьем уровне. У него батла такая же тема. Типа ты можешь нажать, выключить пульки, включить башню контроля и отжать там, когда тебе надо. Угу. Точнее, когда тебе уже не надо. Plasma corvette ready. Production report. Attack frigate ready. Нет смысла делать. Note 3, caution. Heavy losses. Take escort role. Enemy strike craft have engaged. Frigate under fire. Damp. Caution. Resource controller hull integrity at 75%. Caution. Resource controller has been engaged. Так, что-то на тебя там, походу, все переключились. Да, есть немножечко. О, не страшно. Ой, ой, ой. Ну, теперь можно... Для меня это хорошо, потому что сейчас есть шанс сделать минус один банан. Да блин, что происходит? Куда они? У меня здесь... Я отправил дестройеров мочить, они куда-то ходят, тут что-то летает. Какие-то места там обратно отходят. Вот я тебе о чем говорю, лишние маневры. Не нужно абсолютно. Resource controller hull integrity at 75%. Alert. Resource controller hull control. Support board 3 reporting critical failure. Warning. Resource systems alert. Warning. Resource controller nearing critical. Я поздравляю, минус один. Сейчас еще два банана осталось, да есть. Hull integrity at 25%. Support has been engaged. С этой карты мы закончим. Alert, resource vessel lost. Controller, move into escort. Ну не знаю, странные впечатления у меня от этой карты достаточно. Но я думаю, что карта мне на самом деле это понравилась. Ну, с учетом, конечно, что здесь ресурсов не надо строить. Вот. Ну да, как бы такая чисто свалка на свалку. Да, да, но опять же, все вот эти вот карты, которые выходят за пределы официальных карт, они начинают четко показывать все тонкие места. Весь проеб геймдизайна, честно говоря. Соглашусь, да. Ну вот что этот Карос, который нетрадиционно сделали. Ну, то есть, как бы попросили открытую карту. Ну и там сразу стало ясно, блин. Где гипер? Каннингем, где гипер? Где гиперпрыжки? Ну и, конечно, UI UX, ребята. Уже уволены. UI UX. Фан Батл, побудь башней контроля, пожалуйста. Ты полезнее в этой роли, честно. Вот представь, ты бы во второй части строил бы батл, знаешь, там, ну, на 1000 рублей дешевле. Он был бы без пушек, но с двумя башнями контроля огня сразу. Ага. Вот как бы ты к этому отнес? Чисто с точки обычного игрока.
Не То есть знаю, вот но... тебе вот у тебя есть опция попробовать, ну, говоря, просто построить обычный батл, там, ну, можешь гипермодуль там сделать, там, ингибитор, ага. еще что-нибудь. Это просто вот. Такое. Кроме башни контроля огня, а можешь конкретно тупо платформу с башней контроля сделать, с двумя башнями контроля. Это как командный корвет, только командный батлкрузер, да? Да-да-да, командный батлкрузер, ну. Не знаю, зачем? Есть же карьеры, были же карьеры. Ну вот, этого... вот в том-то и прикол, вот как бы, а зачем, да. Я согласен. Вообще не зачем. Эх, мясо. Так. Надо найти последний из ошиб. Все, мы закончим. Блин, а если он еще уплыл куда-нибудь? О, у меня батлкрузер порядили. Батлкрузеры здесь, конечно, вообще отстойные. Они просто... Такие, да. Они просто жирные и все. Вот. Ну вот с поведением проблемы. А плохое поведение из-за плохого дизайна. По сути. То есть, ну, инкарнатовского еще ничего. Как бы, ну, по бокам, как бы, орудие, все понятно. Но у Хигарского это вообще... Как можно было так испортить концепцию? То есть взять концепцию Хигарского батла и ее просто ухудшить? Это, конечно, надо постараться было. Так. Блин, сейчас знаешь, что? Я тут построил торпедников, и они, в общем-то... Ну, если ты выбираешь один активированный торпедник и один неактивированный торпедник, то они при нажатии кнопки... Они начинают меняться, один включаться, другой выключаться. То есть у них как-то так логика неправильно настроена. Вышло из чата, да. Чё, прикольно. Я 4.5 бы, еще там доработать ее как-нибудь, ну то есть доработать с точки зрения ресурсов. Ой, ну это, блин, опять же, это к геймдизайну. Где гипер, где наши родные гиперы, или там, не знаю, что-нибудь там вроде. Где нормальные сенсоры, чтобы понимать, где... Блин, ну это сейчас все мои претензии идут не к карте самой, а к тому, как построена игра, что она очень... Слепая, как котенок, и двигается очень медленно. Но очень яростно. Угу. Ну да, есть такое. Ну что, еще одно? Ну да. О, PlayStation, АГТ. Симпатично даже. Логичненько, ну, да, так. Выглядит симпатично. Так, слот 2. Ой, стой. Не, нормально все. Все нормально? Окей, поехали. Да, нормально. Ой, я, по-моему, эти ресурсы не убрал. Там опять будет лям. Ну, если будет лямнуть, сейчас пересоздадим тогда. Нормально все с ресурсными точками. Да, тут нормально. А, не, ну, не, все. Не, все хорошо тут. О, красиво. Он красиво придумал. Как будто. Угу. Ну, это мне, знаешь, напомнило карту, есть это, микробонд называется. В второй части. Такая тоже кастомная. Тоже там друг на друге все появляются, короче, друг друга видят, все причем игроки, самое смешное. А, микросвязи, окей. Resource controller ready for operation.
Resource controller ready for operation. Controller, new course set. Reposition. Да. Да, расстояние, конечно, большие. Ресурсов я бы не сказал, что так много. Вообще, для 3 на 3, что-то даже мало, я бы сказал. Так, хотя нет, есть астероидные кучки неплохие. Да, тут с одной стороны вот этот вот причал, с другой стороны... Угу. В общем, прикольно, как он сделан. То есть явно же из кусков, ну, оригинальных мегалитов, так сказать. О, смотри, смотри, обломок Аркушана тут есть, фига себе. Где? Обломок еще. Ну вот, ближе к середине карты, с нашей стороны. Астероиды на нем. Не астероиды, а и ресурсы. Обломок есть вот этого титаншипа. А. Ближе к их стороне. Окей, да. И вот этот вот корабль, который там в компании мы врезались в него. Ну да, да, да. Походу самое. Смотри. Самое главное, смотри, что какая не было. Тут справа какая-то типа верфь, что ли, производственная, смотри. Uh-huh. Тут даже вон два корабля пристыкованы, как будто видно. И с нашей стороны, и да, еще два тут по бокам. С их стороны слушаю. Вот это прикольно. О! Фига себе. Короче, есть типа это. Сформулируем. Вот справа, вот видишь, вот эту хреновину большую. Да. Вот там ближе к середине, видишь, треугольники. Да. Вот это типа. Вот эти ресурсные соты, видишь, сколько там ресурсов. Оу-оу-оу. Есть причина. Кажется, я понял, куда надо лететь, и я туда полечу, пожалуй. Есть резон, зачем, да. Я, кажется, понял, что надо делать. Ой, что это там так полетает? Слушай, а тут можно тактический вид включить, чтобы постоянные иконки были? Да-да. Ну, сенсор менеджером еще, да-да. Нет, я имею в виду, что, ну, как вот, когда, например, в Humble 2 Каплопс включаешь, у тебя и вражеские корабли тоже обозначаются. Ну, да, я всегда так играю. Знаю, на тап. Жмешь, дальше все. Кто там, где там, кто с кем? Берез. А, понятно. Опять это пробочная. Пробочная махинация. Да, давай. Position set. Пробочно-бутылочная, но. Угу. Ну да, так мы то для вида, конечно, оставили сборщик на старте. Качалось, да. Но мы-то знаем, где основные все ресурсы. Assault Corvette assembly complete. А, то все же вместе можно на ресурсы, блин. Assault Corvette ready. Control update. Enemy strike craft sighted. Support is underway. Assault corvette assembly complete. Красиво так наши эти мамки. Ломит. Note 1. Augmented. Потише. Assault corvette. Парни. Не, вот эта карта, вот эта карта мне нравится, да. Тут есть и пространство, есть и вот это вот, enemy strike craft так называемое шипьярда. Uh-huh. Вот. С ресурсами, и на ней ее можно так тактически как-то разыгрывать. Ну, короче, вот эта карта пока мне больше всех нравится. Она такая аккуратная, логическая, так сказать. Да, она больше, да, ну, в духе. То есть нету какой-то слишком клаустрофобии, там, нагромождения объектов, мегалитов, но и нету, как бы... супер открытости, как бы отсутствие объектов поля вот этого кладбища, что сделали. Угу. Что как бы нелогично, наоборот же кладбище Карас это значит это
Assault corvette assembly complete. Должны быть обломки, там останки. All boards. Strike craft detected. А их нет? Это как бы странно, конечно. Просто пыль, желтое, желтое солнце. Да, да, как там это в меме скинули, это пудинг какой-то, ну да. Enemy strike craft detected. Короче. Control update. Enemy strike craft sighted. Блин, откуда же все появились? Assault corvette assembly complete. Слушай, а прикольно они добывают с этих сот. Мне нравится. Так, садятся аккуратненько, добывают. Assault corvette ready. Чё, короче. Production report. Attack frigate ready. Assault corvette assembly complete. Enemy fighters detected. Escort assignment set. Alert. Enemy strike craft detected. Так, давайте control там. Update. Enemy strike craft sighted. Вражескими. Ой, меня выкинуло. Да? Это неприятно. Ладно, это знак, что можно переходить к следующей карте. Не, почему? Я бы еще это попробовал, конечно. Не, давай следующего, это может вернемся потом. Как-нибудь, окей. Когда новый патчик выйдет. Ну, может быть, да. Да, новый патч, я думаю, сейчас будет про варгеймы, чисто новый. Но новая фракция, все дела. Ну, тем не новый менее. Флаг. Так, ну у нас осталось, по сути, две сейчас карты. Вот это Desolation. Assault Corvette ready. Вот это пояс астероидов. И все. Потому что Raiders Holiday у нас не пошла. Шторм мы играли. Да. Ну, остальные дефолтные все. Или мы играли. Карас мы играли тоже. Так, сейчас я приглашу тебя. Так, что-то не работает, приглашал. Куда мы так перезайдем вообще в игру. Просто Desolation, она прям большая очень тоже карта. Достаточно. По-моему, побольше даже, чем вот это. Где мы сейчас играли. Если я бы ее вообще на другой день бы по-хорошему перенес бы. Ну, последний, наверное, какой-нибудь попробуем. Спинов. Desolation of smoke. Так, сейчас я посмотрю, что там по позиции. Так, 1, 4, 6. А, она вообще как 2 на 2 на 2 карта, фигня себе. Ну да. Да. Ну давай, короче, мы с тобой 1-4 берем. Так, у тебя 1, я беру 4. Не-не, бери 1. Окей. Нормально. 6-3. Пересорим ботом между собой. 6, да, 3. 5. 2. Ну да, давай 2 на 2 на 2, раз. Такая задумка карты. Так, да. У нас поставим на первый. Все, вроде окей. Вроде все, сейчас я по этим посмотрю. Это что за змея? Быстрой мазершип. Тут еще вот есть это опция длительность карты. Короче, 30 минут, 60 минут, 90 минут. Это, конечно, да, странно. Так. Давай дефолт ресурсы без инжекшена, но зато обломков, ой, этих всех астероидов будет много. Так что карта большая, но большой лучше, конечно, побольше даже во второй части стрелять. Больше число. А, так, что-то бота стандартные, давай все харды поизбудим. Мне интересно, вот эти вот иконочки, это то, что добавили сами разрабы, это там какие-то такие специфические, либо это... Ну, есть что-то, просто смотри, у фига, ну, этих,
кто фиг предзаказывал и кто флит коммент, у них разные бейджики. То есть, и они уникальные в этом прикол. То есть они разные. Странно немножко, конечно, но... Ой, допустим. Так. Симпатично. Не, эта карта прикольная. Так, компы будут слева от тебя. То есть я сейчас такой, да, относительно безопасный. Угу. Нахожусь точкой. Node 1 assigned. Resource controller ready for operation. Ну почему? Почему они выходят из гипера? Блин. Я вот реально не понимаю. Какого хера? Как? У вас там батлы нормально вышли, а вот... Да-да, соглашусь, косячок. Почему вы не могли исправить эту штуку? Resource controller ready for a follow course set. Это в какой, в каком кранче, не знаю, в каком, в каком, по какой поспешности вы сделали эту игру, что вы такие, такие вещи проморгали? Controller, new course set, reposition. New position marked. Observe new course. Угу, отлично. Деньги, деньги. О, деньги закончились. Node 1 augmented. Куда побежали, а? Куда-то. А блин, я потерял свои пробки на ровном месте. У тебя их нет. Ну не пробки, а эти файтеры. Файтеры на ровном месте, знаешь, как будто они не реагируют никак. Что выбрано, что не выбрано, непонятно. Resource controller ready for operation. Mark entered. Controller. Вот попробуй сейчас без фрегата, вот мне просто интересно. Файтеры, корветы, если насколько имеет смысл. Просто интересно. Понятно, что фрегаты клевые, имбовые. А-ля ХВ-1, но... Я попробовать. Ну, я хочу Assault попробовать сейчас. Вот. Ну, мелочи и капшипы. Ну, там, гестер, батлы. А, окей. Хочу так попробовать сыграть. Assault Corvette Assembly. Ну, и сейчас еще немножко турелей сделаю. Да тут как и бы еще... игра не предполагает, что ты будешь... Только ими играть. Тут же нету пайлотов, как в этом, как в катаклизме. Ну да. Assault Corvette ready. Фрегат исследуй на всякий случай. Мало ли давить будут, да? Да-да, вдруг пойдет что-то не так. Чуть более чем полностью. Assault Corvette Да-да-да. Fighter assembly complete. Она все вместе строится, пипец, ну, в смысле, исследуется, она все вместе исследуется, я просто... Research included.
какая. Assault corvette assembly complete. Desert of Kark, космос. Node 2 assigned. Assault corvette ready. Research concluded. Assault corvette assembly complete. Control up. Vector set. Strike craft accelerate. Alert. Enemy strike craft detected. Target enemy strike craft. Exit. Assault corvette ready. Attack ready. Upgrade concluded. Enemy fighters attacking. Assault corvette assembly complete. Node 4 specified. Поехали. Enemy fighters detected. Assault corvette ready. Assault corvette assembly complete. All boards, strike craft detected. Alert, hostile corvette detected. Enemy corvette detected. А, ты там уже веселишься? Assault corvette ready. Да. Ну тут как бы или веселишься ты, или веселятся с тобой. Ага. Research concluded. Как интересно. Attack priority. Enemy corvette sighted. Сейчас сейчас быстренько прохарасим. Assault corvette assembly complete. Research concluded. Enemy corvette sighted. Assault corvette ready. Node 1 augmented. Relay. Assault corvette assembly complete. Из плюсов один ресурсный патч я выпилил сейчас. Detection alert. Enemy corvette. Upgrade concluded. Сейчас посмотрим, что внизу есть кто-то там. Augmented. Халявищий. Alert. Hostile corvette detected. А ресурсы. Strikecraft have engaged. Я пока не спешу. Меня Дестер пока тут преследуется. А, там уже я пока тут постою. Ассольтный фрегат там пошел. Enemy corvette sighted. Сгрызем. Detection alert. Enemy corvette. Enemy frigate engaged. А там еще один. Enemy frigate attacking. Respond. Enemy corvette detected. Research concluded. Enemy frigate take alert. Attack vector sent. Close on frigate. Сейчас, короче, очень хитро сделаем. Не, ладно, что-то опять ресурсеры пошли, ладно, надо их загрызть. Node 1, caution, heavy losses. Enemy corvette detected. Alert. Enemy frigate attacking. Production report. Attack frigate ready. Node 1, augmented. Ой, тут еще два. Board 2 solution entered. Execute attack. Upgrade concluded. Upgrade concluded. Production report. Attack frigate ready. Node 4 augmented. Enemy corvette sighted. Так, тебя не выкинул. Enemy corvette. Ты просто подлагнул на момент. Что-то там к тебе и всякие suppression-ы. Да, это фигня. Production report. Attack frigate ready. Escort required. Board 2 will assist. О, прикольно. Это все фигня. Alert. Hostile corvette detected. Understood. Главное, ресурсы не добавить, добывать и все.
Остальное все по правилам. Так, ладно, я пошел уже, короче, не оп, тихонько. Ага. Так, да, тут мы все выкачали. Ну, пойдем на отвоеванную территорию. Understood. Turret menu production report. Attack. Target enemy corvette. Enemy corvette sighted. Enemy corvette detected. Detection alert. Enemy corvette. Production report. Attack frigate ready. Alert. Hostile corvette detected. Enemy corvette sighted. Только что было виден из защиты, пропал. Alert. Hostile corvette detected. Enemy corvette detected. Не исчезай, проказник. Detection alert. Enemy corvette. Detection alert. А где там кто там? Там наверняка не... Там... У кого там alert, да? Да. Enemy corvette. Detection alert. Production report. Attack frigate ready. Alert. Hostile corvette detected. Production boost. Detection alert. Enemy corvette. Так, ну что, дестройер. Production report. Как насчет пострелять по банану? Enemy corvette detected. Upgrade concluded. Turret to designated coordinates. Upgrade concluded. Enemy corvette sighted. Turret is away. Upgrade concluded. Production report. Attack frigate ready. Detection alert. Enemy corvette. Enemy corvette detected. Блин, я строил эти туреты. Upgrade concluded. И просто направлял их в места, где они. Нет, это так не работает. Их надо закрепить. Черт. Alert. Hostile corvette detected. С этими дуретами, блин, что-то много в мороке получается. Upgrade concluded. Ну, немного, но да. Внимание приходится им уделять. Потом. Turret to designated coordinates. Так, ну ладно, банан вроде съедается. Пойдем ко второму. Course vector locked. Take covering roll. Ну, визуально карта клевая. Да. Прям на... Я там ее наскриншотил день выхода, конечно, мое почтение. Enemy corvette sighted. Ну там же она реально красивая. Ага. Визуально. Да. А. Не, Дестро, кстати, еще более-менее себя ведут. Начинают, конечно, там тоже что-то там летать туда-сюда. Ага. Но стреляют нормально, более-менее. Upgrade concluded. Controller, new course set, reposition. Так, давайте без формации, квест вперед. Approach open. Initiate docking. Detection alert. Enemy corvette. А, подожди, не,
Никуда, по-моему, идем. Нам надо наоборот в другую сторону. Вот, вот, блин, нет пробок, и ты не знаешь, как это все быстро разведать. Угу. Неудобно. Очень неудобно, да. Типа, какой военачальник будет переть просто вслепую? Frigate is in position. Mark set. Reposition. Node 3. Augmented. Node 10. Specified. Production report. Destroyer operational. Ну, суть в том, что на нас ничего не летит, видимо, компы друг с другом воюют. Да-да. Но все равно здесь надо разведать бы. Не пропустили ли мы одного сейчас? Enemy corvette detected. Просто, что этот один мог... легко съебаться, все-таки мы зашиб же здесь летают быстро. Mm-hmm. Enemy corvette, move to location. Ну да, ты там в центре оставайся, потому что мало ли, они могут сейчас прилететь вообще в центр довольно скоро. Вот не точно. Угу, mm-hmm. Да. Я, да, по краешку буду искать. Course heading verified. Frigate moving. Route set. Begin. You alert. Hostile corvette detected. О, кого-то нашли. Frigate in position. Detection alert. Enemy corvette. Production report. Destroyer operational. Vector set. Move to location. Enemy corvette detected. Acknowledged. Там я нашел вражеский корвет. А, о, все, вижу, мы зашиб. Enemy corvette detected. Так. А, вижу. Это толпа, блин. Alert, board 2, engage. Target strike craft updated. Alert, hostile corvette detected. Enemy strike craft having. Enemy corvette sighted. Нет. Enemy corvette detected. Detection alert. Enemy corvette. Enemy frigate destroyed. Say alert. Hostile corvette detected. Enemy corvette. Caution. Node 4 has significant losses. Enemy corvette sighted. А, что там происходит? Enemy corvette detected. Alert. Hostile corvette detected. Detection alert. Enemy corvette. Board 2. Assault corvette ready. Reset targeting. Engage frigate. Alert. Enemy frigate closing. Detection alert. Attack. Enemy frigate engage. Alert. Hostile corvette detected. Enemy corvette detected. Frigate marked. Controller respond. Enemy corvette sighted. Enemy corvette detected. Plasma corvette. Target enemy strike craft. Execute. Node 1, caution. Heavy losses. Detection alert.
Enemy corvette. Target reactor. Alert. Hostile corvette detected. Direct heat. Plasma corvette complete. Enemy corvette sighted. Enemy corvette detected. Ладно. Батлы, побудьте вашими немножко. Гестром надо это пострелять. Да, но турели здесь, конечно, ставить вообще неудобно. Нету мест, куда это можно прикрепить. Production report. Destroyer operational. Ладно, ресурсы мне уже не очень нужны. Мне нужно мазершип сейчас не просрать бы. Да. Что там у тебя? Plasma corvette complete. Масса какая-то. Да. Я думал, я сейчас банан съем, и это все исчезнет, а это все не исчезло. Это все пришло пить, короче, компа, но я пришел первее. И сделал это за него. Получилось глупо, да. По итогу. Assault corvette ready. Enemy corvette destroyed. Say again. Ладно, сейчас отобьемся. Node 1, caution. Heavy losses. Ахайски. Fleet. Assault frigate has sustained critical damage. Board 1 to escort. Initiate. Caution. Transferring guidance to dock. Ой, блин, что-то меня развалили. Ну, в смысле, не меня, а мои... А мои, блин, эти... Так, не пугай, пожалуйста. А мои истребители. Потому что если тебя чуть не развалили, то... Меня сейчас уже вполне себе могут развалить. Да, не, нормально. Plasma corvette complete. Все хорошо. Дальнобойные корветы, не корветы, а эти фрегаты, это хорошая вещь. А еще 4 дестройера, это тоже хорошо. А вот доминус файтеры надо строить. Побольше. Блин. Они ж ни хрена не делают, ёкарный бабай. То есть игра внезапно теряет целые соединения. У тебя такое бывает? У меня что-то слишком часто. Вроде нет. То есть я как бы обозначил юниты. А потом они как бы перестают выделяться. Как бы, мне кажется, что я потерял всю группу, оказывается, они просто где-то там стоят в непонятном месте. А, блин, я тебя отвел мои группу, которую я на тебя засай. Там живой вообще? Да. А, отходишь? Гестро, что-то... Да, Дестро что-то меня, правда, перестали слушаться, но живой, да. Там, выживешь? Assembly complete. Battle cruiser launching. Придется фрегат строить, все-таки без фрегатов как-то не тащится. А ты же без этих. Блин, я понимаю, если бы ты дестройер не строил. Фрегату, это ж хлеб этой игры. Ну да, я это вижу, да. Я заметил. Сейчас мы на платформу заманим. Контроллер. Hostile frigate. Attack command. Strike craft. Enemy frigate has intercepted. Осиное гнездо, да? Enemy frigate has closed. Хорошо. Ну, смотри, я убил два мазашипа, то есть еще двое живы сейчас. Augmented.
Это 100%. Note 3 has significant losses. Угу. Может быть, даже союзники, да? Не может быть, а союзники, точно. Да. Дестром не убили, ну ладно, я их отстрою. Большая проблема. Assault Corvette assembly complete. Plasma Corvette complete. Вытянем. Assault Corvette ready. Control update. Enemy strike. Systems alert. Frigate. All boards. Strike craft detected. Assault Corvette assembly complete. Enemy frigate sighted. An enemy frigate has been detected. That was. Assault Corvette ready. Understood. Turret maneuvering to position. Come around on new target. Strike craft locked up. Set for CQB. Assault Corvette assembly complete. Detection alert. All boards. Enemy frigate. Assault Corvette ready. Control reports enemy frigate detected. An enemy frigate has been detected. Board 2. Detection alert. All boards. Enemy frigate. Attack command set. Destroy that frigate. Caution. Resource controller is under fire. Assault Corvette assembly complete. Vector. Caution. Battle cruiser has been engaged. Тут еще знаешь, в чем главная проблема? Вот, допустим, ты выбираешь группу юнитов, выбираешь несколько целей для атаки, но они атакуют только одну. Всегда. Ты замечал? В третьей части. Наверное. Не наверное, а абсолютно точно. Вот, и даже чел писал тоже в официальном дискорде про эту тему, что как бы это ненормально. Вот, как бы там фокус-файер, как бы, если я захочу кого-то зафокусить, я сам это выберу, как бы, зачем принудительно вот это вот все делать. Угу, ну да. Блин, ну конечно, так. По этим, опять же, я говорю, по являющейся из пустоты корабле, это выглядит просто уродски. Assembly complete. Battle cruiser launching. Frigate meter. Enemy frigate. Attacking board. Note 8. Assigned. Battle cruiser, блин, а где же она стоит? Ну вот ты видишь, откуда они летят, вот тебе надо примерно в том же направлении за шипом лететь, короче. Тогда есть шанс найти вражеский. Alert. Примерно enemy так это detected. Работает, да. Ну да. Слышу звон и знаю, где он, да? Догадываюсь. Assault Corvette assembly complete. Board 1 alert. Enemy strike craft closing. Enemy fighters detected. Enemy hostile strike. Node 2. Augmented. An enemy frigate has been detected. Control reports enemy frigate detected. Attack designation. Strike craft. Detection alert. All boards. Enemy frigate. All boards. Target strike craft. Enemy frigate sighted. You're fast. An enemy frigate has been detected. Detection alert. Enemy frigate sighted. Enemy frigate has intercepted board 2. Control reports enemy frigate detected.
An enemy frigate has been detected. Enemy frigate sighted. Caution, destroyer is taking fire. Disruption corvette, ready. Control reports, да, enemy frigate тебя... detected. Да, там сдюжишь? Detection да, alert. Да. All boards. Enemy frigate. Enemy fighters attacking. Disruption corvette complete. Frigate systems reporting critical. An enemy frigate has been detected. Control reports enemy frigate detected. Controller, enemy frigate sighted. Round on. Detection alert. All boards. Enemy frigate. An enemy frigate has been detected. Priority alert. Battlecruiser has been engaged. Production report. Ладно, ладно, ready. Я набайтил все. Но больше не enemy надо. Enemy frigate sighted. Charge rails for next target. Note 2. Caution. Heavy losses. Target destroyed. Clean kill. Alert. Destroyer hull integrity at 50%. Detection alert. All boards. Enemy frigate. Disruption corvette ready. Note 2. Caution. Heavy losses. Control reports enemy frigate detected. Assault corvette assembly complete. Нормально, у нее вражеский Дестер, короче, в обломке стреляет из-под моего Дестера. Это как? Вообще. С головой совсем ку-ку. Или еще не очень. Control reports enemy frigate detected. Attack initiated. Frigate is critical. System. Plasma corvette complete. Ладно, летим. Assault corvette ready. Вот это у меня. Priority alert. Я, по-моему, уже 4 носителя развалил. Assault corvette assembly complete. Не все прут и прут. Да. Frigate has heavy damage. Уже устаешь от этого. Assault corvette ready. Такое хаотичное движение, только не, ну карта клевая, кстати. Вот это. Да, карта интересная, она такая симметричная, но правда тут не везде можно поставить эти турельки. Но это уже проблема не карты, скажем так. Ну да, но карта в этом не особо виновата, но. Assault corvette ready. Так. Caution controller. Production report. Enemy frigate engaging board one. Controller. Assault corvette assembly complete. Yeah. Plasma corvette complete. Priority alert. Enemy destroyer engaging. Detection alert. All boards. Command update. Stay clear. Caution. Destroyer taking effective fire. Hull integrity down to 75%. Warning. Destroyer hull passing 25%. Assault corvette ready. Control. Board 2 report. Fighter production complete. The reactor is fighting. Frigate is critical. Assault corvette assembly complete. Hit over. Так, ну ладно, я пойду, короче, туда, откуда идут на тебя. Да-да-да. Я думаю, это самое правильное. Нет, тут просто немножко... Я вижу, да, тут... А, ну все, я вижу один мазашип, все. Титаншип покоттали. Ну, пришлось немножко передумать твои приоритеты. Правильно. Systems alert. It has heavy damage. Блин, ну... Caution. Battlecruiser. Я очень часто теряю группу. Они вот, то есть, я просто выбрать не могу то, что я себе поставил там на. Target reactor is going to
Node 3, priority alert. Enemy frigate attacking. Respond. Damage. Set target solution. Production report. Multi-beam frigate complete. Correct vector. Node 1, specified. Plasma corvette complete. Блин, великое переселение народов. Enemy corvette. Caution. Battlecruiser hull controller. Hostile frigate marked. Caution. Node 1 has significant losses. Direct heat. Volley fire on target. Enemy corvette attacking board 2. Confirmed. Tracking target. Production report. Multi-beam frigate complete. Maximum fire rate. Cycle for volley fire. Node 5, assigned. Assault corvette ready. Target reactor is mid. Set for volley fire. Good kill. Node 1, caution. Heavy losses. Go. Assault corvette assembly complete. Rail short. Fleet, assault frigate is critical. Assault corvette ready. Caution, node 1 has significant losses. Reactor locked in. Lining up. Assault corvette assembly complete. Нифига, с авианосца, короче, тоже контроллеры выходят из гипера. Сейчас я это вижу. Хотя в этом варгейме они выходят нормально. Кто-то тут недонастроено. Чуть-чуть меньше, чем все, да? Да. Assault corvette ready. Так, что это у нас такое? Assault corvette assembly complete. Target's reactor is going critical. Staying clear. Assault corvette ready. Assault corvette assembly complete. Target zero. New position marked. Assault так, corvette ready. Так, у меня тут второй уже пришел. Подключайся. Да, но я тут... Хотя... Такое мясо... Подключайся, у тебя никого нет. У тебя только эти контроллеры. Я вижу, да. Блин, но... Один, ну мазершип я убью сейчас, конечно. Попробую, да. Take escort roll. Board 5, adjust to cover. Сейчас идут ресурсную базу им тоже под свой. Я отправил тебя, в общем-то. Спасибо. Но они к тебе будут долго идти. Я сейчас что-нибудь придумаю, да. Так, ну что там? Что тут у нас в группе такое? Так, два дестра. Почему он здесь находится? Здесь непонятно. А, это Smart Missile Frigate. Все, балансируем. Node 5, augmented. Дальше.
6. Нет. Блин. Node 6. Augmented. Так, ну что вы нам ему зашибли опять на память, что он вам сделал? Фригат. Релокейте. Репозицион. Таргет сет. Ну подумай, что союзника убил. Ничего страшного. А, там еще пошли. 6, 4, 5. Файтер ассембли комплит. Нормально. Управляемся. Node 1 specified. Кто у нас тут? Directive set. Board 1 advance at alert. Node 2 specified. Node 1, augmented. Все, вижу последний мазершип. Отметил. Board 1 at ready status. Initiate move. Fighter production complete. Ну, он твой. Я уже три съел. Да я так не сказать, жадный. Сказать, да не, я в той карте. Location marked. Оба завалил, давай ты хоть. Move to position. А то ты все там ждал, терпел. А что терпел? Да нормально, я... У меня было свое веселье сейчас. Я 4 авианосца развалил. Пока они тут. Тоже неплохо. Целую толпу. А проще хрен знает куда. Меня чуть не распатронили его. Position marked. Board 5 moving. Так, что там у нас? 22 и 20. Давайте так. By her will. Enemy capital ship is your target. By her will, Her Majesty. Board 2 in position. Так. Control attack initiated. Capital ship targeted. Но здесь вот тупость, и знаешь в чем? Вот они видят, короче, кто сильнее, они сразу начинают абсолютно все корабли, просто, ну, выделяют своим автоматом и летят на противника. Абсолютно все. То есть вот это такое поведение очень странное вообще. А, типа начинает рашить? То есть Да, то есть, допустим, тебя атаковали у тебя... у союзника, допустим, твоего флота там посильнее, то есть, ну, по-моему, читер, он же так видит изначально, вот, и он просто берет, он тебя бросает, короче, и летит к твоему союзнику, вот сейчас вот с тобой, такой прикол просто сейчас происходит, вот он то к союзнику, то сейчас вот мои файтеры он пытается убить, потому что они рядом, как бы, а я его сейчас специально буду крутить. То есть какой-то есть, да, приоритет. Ладно, я мазершип не трогаю, давай. Да ладно, трогай. Давай. Так даже интересно. То есть, и вот из-за таких дерганий, как бы, ну, это странно довольно смотрится.
достаточно. Он еще на тебя летит, вот это самое смешное. Мазашип. Да он летит, зачем он летит? Да, он просто летит на тебя, да. Зачем, непонятно. Ладно, летит так летит. Давайте его и развалим. Так. Assault corvette ready. Ну, короче, да. Assault corvette assembly complete. Карты клевые. Боты тупые. Да, боты тупые. Assault corvette ready. Никакой. Но карты клевые. Не, ну какое-то удовольствие я даже получил. Хотя это тоже вот, когда ты понял принцип, то есть на первый раз, когда я только вернулся, ну, собственно, первая карта, которую мы играли, я вначале не понял, что вообще делать надо, ну, забыл уже так. А потом как это вспомнил, что тут просто тупо все прожимать надо, так, игра и пошла, так сказать. Ну, да. Из разряда такая, джентльмен стоит, как там было. А я говорю, а покажи карты. А я не покажу, джентльмен на слово верит. И тут как игра пошла, так пошла. Вот. Собственно, да. Собственно, без глубокой модернизации геймдизайна. То есть вот это вот. Делать нечего. Тут ничего делать вообще, да. Да, тут только моды вытащит все это дело. К сожалению. Ну, это реально. И то, да. И то не факт на самом деле. Ну, если потому вот эти что... вот. Да, извини. Тут прям. Потому что тут надо, в принципе, логику игры переделывать. То есть тут не просто как-то там. То есть поведение АИ, ну, поведение юнитов, как минимум, капшипов надо переделывать, потому что ну, оно неадекватно. У тебя есть очень быстрый мазершип. Ну, довольно на средней там неплохой скорости кэрриеры и очень медленные дестеры, очень медленные батлы, которые себя, ну, ведут, ну, ведут как будто себя как фрегаты, короче, как, вот эти вот штурмовые фрегаты книгарские, да, они тоже начинают пытаться кружить, как бы, но это выглядит, ну, вместо того, чтобы просто, как бы, вот ты смотришь на противника лицом, все. Вот мы на него орудие направил, все. То есть они начинают, во-первых, сближаться, то есть нужно прям, у них какой-то очень маленький радиус поражения, то им да, надо да. как-то супер вплотную подойти, то есть что гейстром, что батлан, то есть это прям... Да я помню, в компании с этим столкнулся, подойдут, когда да. они пытались преследовать эти торпедные фрегаты дальнобойные, и тут просто, знаешь, как будто руки короткие такие висят. Да, как бы, да. Не, я про то, что весь баланс тут перелопачивать капитально надо, то есть, чтобы баланс это было... Баланс надо, да, перелопачивать, конечно, да. Да, все... исследования, гиперспейс, ну, очень много чего надо это делать. Просто новую игру фактически делать надо. Да, по сути, да, новая игра. Тогда мы в это можно будет еще играть, но, опять же, то, что вот я сейчас поиграл, тут... Вроде все прикольно, все такое красивенькое, знаешь, а вот всякие маленькие такие нюансики, где у тебя внезапно пропадают отряды, которые ты выделил, и они почему-то перестают отжиматься, так сказать. И ты думаешь, что ты потерял их, а на самом деле они где-то там в сторонке прохлаждаются. Вот это вот очень сильно бесит. Какие-то вот, знаешь, графические артефакты пропадают и... И все, и такой, что за херня? Вот у меня на протяжении этих игр как-то сильно много такого было. Вот. Ну что? Что там у нас? Ну, не, я, наверное, уже все на сегодня. Честно да. говоря, у меня осталось сейчас ночью. Да, у меня тоже. Ага, согласен. Ладушка, спасибо за то, что поиграл со мной. Ну, спасибо. Ну, я думаю, встретимся уже, когда будет DLC.
эта фракция, надо поиграть, затестить. Что, ну, что бы это ни было, в любом случае надо поиграть, затестить. Вот. Какие у тебя вообще, ну, предположения, что может быть? Ой, ну, я думаю, что у них самый первый вот план был это делать эти расы для Wargame, но... Не, это понятно, но вот твое мнение, какая вот сейчас вот будет вот в этом месяце первый раз? Кланские рейдеры, скорее всего. Вот. Хорошо, задам вопрос по-другому. Ты бы хотел, чтобы они были? Да, честно говоря, ровно душу. Если они будут немножко по-другому играться, это уже веселее. Если их сделают третьей расой для скирмиша, то это вообще будет офигенно. Ну, хоть какое-то разнообразие. Но это вряд ли. Ну, согласен, да. Ну, да. Но если их делают там, что она будет открываться на 40-м уровне варгеймов, то ну нахер. Я даже пытаться не буду. Вот. Ну ладно. Если я думаю, уровней не будет. Прям как бы глупо делать DLC расу, открывающуюся там за какой-то огромный уровень. Я даже не знаю, тут вся эта разработка, от них все что угодно можно ожидать. Ну, можно, да, все что угодно, но я думаю, нет, до такого маразма уж не дойдем. Да. Вот я думаю, что Самтау будет. Самтау, кстати, да, тоже в моем списке таких. Я думаю, мне кажется, они сейчас начнутся таких, знаешь, около хейгарских каких-то раз. То есть, ну, первое, что приходит на ум, да, либо Самтау, либо какой-то еще возможный. Mm-hmm. С плюс-минус там, ну, слегка там переделанными там кораблями. Mm-hmm. Но с тем же смыслом. Возможно, что-то такое. То есть, пока вот Самтау вписывается, то есть также им сделать один истребителя коллайд, сделать им один корвет, два коллайда в корвет, сделать из этого, кстати, ну, отдельный перк можно. Допустим, короче, чисто из катаклизма как бы перенести, это более чем реально. То есть, как бы технически ракетный залп есть. Там возможность линковаться, я думаю, тоже вполне несложно добавить на Unreal. Uh-huh. Я не думаю, что это сложно вообще. То есть, как бы, вот, как минимум, вот это точно можно сделать. Вот, ну, мимиков, понятно, вряд ли добавят, но они нафиг не нужны, честно говоря. Ну, как скауты, можешь какие-то стелс-скауты. Ну, не думаю, не. Я думаю, мимиков не будет, а коллайды с ACV-шками могут быть. Ну, как основа, mm-hmm. так сказать, да-да-да. Ударного флота. Вот, то есть, ну, вот как вот у инкарнатов сейчас есть только доминанс-файтеры, там, ну, и эти лучевые, там, можно за артефакт открыть, или там, за экспериментальный флот они у тебя только лучевые. Вот. Тут будут только Акалайт, как бы без там разведчика. А, ну, кстати, Рекона могут вот этого добавить. Рекона и Акалайт. Угу, да. Или даже без Рекона тоже, в принципе, неплохо будет смотреться. Вот из корвета, да, два Акалайта, из фрегатов, ну, получается, ну, мультибим точно. То есть сделают какую-то типа пародию, как вот сейчас есть бим-бим, ну, это лучевой штурмовой фрегат. Что-то сделают, типа что-то такого же, я думаю. Угу. Но просто с другой моделькой. То есть он себя, наверное, будет так же примерно себя вести. Вот, таран вряд ли будет. Вот роевой фрегат интересный, кстати. Если будет, то как реализуют. Ну, то есть уже понятно, будет один файтер, один корвет. Угу. Ну, корвет тоже непонятно. Два, хотя бы два. Да-да, хотя бы там два фрегата. Вот. Ну и как бы все там, по сути. Ага. Ну, пока скудненько, но может что-то там будут какие-то типа хейгарские адаптации. Да я скорее, знаешь, даже не столько надеюсь на новую расу, но я надеюсь, что они проведут как большую работу над ошибками, вместе с DLC выкатят и что-нибудь реально. Ну и будет, да, параллельно как бы и патч.
Общий, да. И будет отдельно DLC. Да. Хотелось бы, да, что-то такое. Ну, чтобы было в любом случае патч для всех. Как бы, а DLC, ну да, для тех, кто вот приобрел вот этот вот Season Pass, и все. Единственное, знаешь, что меня смущает, это то, что вот Gearbox продались этим Take-Two. Take-Two, да. А они, по слухам, не любят эти студии, которые не работают в них. То есть не любят внешние студии. А в данном случае Blackbird Interactive — это внешняя студия. И в этом смысле они, вероятно, скорее всего, что решение закрыть Humold Mobile и там Heavy Rain в эту мобильную игру, Риск фрейм. ну да, Risk of Rain, мобильную игру, это пошло от них, как бы, чтобы избавиться от не сильно прибыльных и активов, которые зависят от внешних ресурсов. Вот. И в данном смысле Homeworld 3, мне тоже кажется, что как бы они не сильно будут гореть желанием продолжать сотрудничество с Blackbird Interactive. Возможно, там есть какой-то контракт на год после выпуска игры. Вот, но не более того. Ну вот такая вот у меня опять плохая новость. Но Не, посмотрим. ну возможно. Не, ну это тогда надо просто говорить, что все, мы игру не поддерживаем, все как Но с другой стороны, знаешь, это ведь тоже как бы бы. Просто они. если все идет к этому, как бы, и то тогда, ну пусть возвращают деньги за Season Pass всем, и все, как бы, и Не, год. забрасывают игру, делают другие проекты. Нет, я имею в виду, что год они отработают вот это, то, что оплаченный Season Pass. А вот дальше уже игра не будет Ну, работать. Да. может быть и Ну, так, не то, да. чтобы работать, не будет дальше никаких патчей, поддержек и так далее. С другой стороны, для модеров это как бы, наверное, даже лучше. Никаких серьезных изменений в Ну кодовую да, базу не не надо будут, там, они уже сами там да. что-то будут микропатчить, там пытаться что-то сделать. Ну, В крайнем просто не... случае вернемся к Homeworld Cataclysm, вот там пандоровские, ну не пандоровские, а то, что там Пандора апдейтит ресурсы, там вот эти вот твики от буржуев, которые Не, ну прикольно пошли. твики вообще интересная, да, тема. Я хочу просто дождаться, когда это будет, ну, более-менее стабильно уже, стабильная версия. Я запишу, наверное, вообще прохождение Да та же фигня, да. заново. Будем на Да. перегонке. Да, не, но у меня с челленджем. Я как бы могу тебе тоже предложить, если хочешь. Надо Вот. попробовать вообще, да. Можно попробовать, Там, можно. ну, без брони, без энергопушек О, прям так. и да, и чисто, ну и на максимальной сложности, разумеется, very hard. Ну это да. Все. Ладно. Ладно, давай закругляться тогда. Да, давай, спасибо за игру. Спасибо за игру. В общем-то, дорогие товарищи, это был товарищ Туфоксич. У нее есть свой канал. Он недавно выложил, кстати, свои прохождения по Homeworld 3 Wargames. Не, ну только Wargame, Ну да, как да. до прохождения я не знаю, дойду ли я вообще, Выдержит ли психика? и нужно ли это кому-то вообще, вот это скорее больше вопрос, то есть, как Ладно, бы, поиграешь, не про, покекаешь. да нет, там, не покекаешь, я боюсь. Ты просто бросишь, да ну нафиг. Ты видели, Ну, видели, я не помню, я говорил тебе, не говорил. Я начал первую миссию, я задушился сразу в ней. Все, вот из-за того, что там вот этот весь туториал, вот то, что игра просто поиздевалась в плане, вот ты запускаешь вот компанию, тебя игра спрашивает, а вы хотите пройти обучение? Я говорю, нет. Вот, и там, да, и запускается компания, вот эти все ролики, там, кто такая имагент, кто там, что там. О чем сырбор, как бы начало, короче, истории. Вот. И запускается игра, и просто туториал, ну буквально как бы
А как двигать мазершип? А как какать? Как бы там, а как там добывать ресурсы? Там, а как там построить? Ну, короче, вообще. Ну, то, что то, все то же самое, что ты делал в туториале. Короче, прям один в один. Я что-то вот минут 7-10 посидел, подумал, да нахрен надо. И вышел вообще с этой компании, и все. Да ладно, там... Я уже не помню, какая Нет. третья миссия, но, в общем-то... Ну, где-то с четвертой миссии начинается... Начинается игра, там, что-то может даже... Ну, вот это самое вообще глупое. Не, я понимаю, что, как бы, да, делали под молодого, так сказать, пользователя, который вообще не знает, ну, не знакомым с франшизой. Окей, я ничего против этого не имею, но, блин... Тогда уберите туториал из игры. Ну, пусть будет три миссии туториала компании. Хорошо, тогда зачем туториал в игре? Пусть как бы будет туториал. Мне кажется, что они просто в определенный момент привлекли каких-то консультантов, которые вообще не в зуб ногой, что такое Home World и что такое 3D Space RTS. И они такие, ой, сложно, как бы, а давайте вы это вот это... И там поменяете просто... все вот это вот дело. Не, и они не, но просто, начали... Но просто предыдущие части, они как бы, да, там было четкое обучение, и все, как бы, и, допустим, что в первой, что во второй части, там, ну, первая миссия, там, плюс-минус туториал, как бы, а потом уже и то, там, во второй части, там, это плавно перетекает, там, уже в боевые там действия какие-то uh-huh. активные, там сбей бомбардировщиков, там сбей гиперворота, там вот это построй бомбардировщик, то есть как бы, ну какой, уже в первой миссии есть движуха, уже, а это да, вторая да, часть, да. Я молчу про катаклизм, где он вообще абсолютно все переплюнул, там вообще полноценная боевая миссия, то есть и там uh-huh. обучения практически нет, то есть там так, поскольку тебе говорят, там пришли там акалай, главное там, наращивание там... вражеских сил, с которыми да. ты сражаешься. Ну вот это, по-моему, да, идеально. Да. То, что я потихонечку да. знакомился с технологиями, с этими, с а тут, да, ты туториал прошел, как бы давным-давно у тебя, блин, спрашивают, а ты не хочешь пройти его еще раз, как бы, говорят, ты говоришь нет, и все... А игра говорит, ну нет, ты все равно пройдешь туториал из трех миссий компании. Это как в этом, про Мюнхгаузена этот. Так, мы, нас представили перед священником, он сказал, вы хотите выйти замуж? Мы дружно сказали нет, и нас тут же поженили. Хотите пройти туториал? Нет, и нам тут же дали туториал. Вот. Ладно. Ну, так и есть, да. Ладно, заходите к TuFox еще, заходите к нам. Лайки, подписки, шары, все это нам приятно и полезно. Вот, ожидайте новых видео по Homeworld. Ну, надеемся, что-нибудь интересное тоже притащим. Все-таки дорогие буржуи или дорогие китайцы что-нибудь придумают. Вот. Ну и не только по Homeworld 3, в конце концов, у нас же и предыдущие части тоже. Вот, мы как раз говорили про Homeworld Cataclysm. Да, и, собственно, на этом все. У нас все. И увидимся в этой или в другой игре. И, кстати, заглядывайте в описание, там ссылочки на наш дорогой Discord-сервер Homeworld Russian Fleet. Вот, на котором мы, собственно, сейчас общаемся и в целом общаемся. По теме Homeworld и около того. Вот, у меня все. У тебя? Ну, у меня, в принципе, тоже. Ну, я думаю, что контент по третьей части будет только после патча. Вряд ли раньше. Ну да, как-то так. Ждем выхода DLC. Да, ну тогда все. Да, пока.